На специальном совещании обсудили вопросы водоснабжения Сенгелеевского района. В этом году там заменили и отремонтировали более 3 километров водопроводных сетей. На эти цели из областного бюджета направили почти 10 миллионов рублей. Работы велись на 3 улицах города Сенгелея и в селе Шиловка. По воде у нас с вами в том числе есть и определенные уже истории успеха. Мы многие помним с вами, да, что, так сказать, на дне какое количество всяких прорывов было. В следующем году Ульяновский областной водоканал заменит в районе еще 3 километра водопроводных сетей. Кроме этого, в Сенгелее отремонтируют 3 родника, а в селе Артюшкино установят новую водонапорную башню.